Бессмертный полк пройдет в онлайн-формате. Заявку для шествия в виртуальных рядах оставили уже 410 тысяч россиян. Отметим, для проведения онлайн-шествия необходимо зарегистрироваться на портале «Бессмертный полк России», заполнить анкету и загрузить фотографии ветеранов. В дагестанском отделении штаба «Бессмертного полка» сообщают, что регистрация идет активно, особенно среди школьников, желающих рассказать всему миру о своих предках, героях Великой Отечественной войны. Напомним, онлайн-трансляция в виде слайдов с фотографиями героев пройдет 9 мая на телеканале «Россия-24» и в онлайн-кинотеатре, работающем с любого мобильного девайса.